Так, сейчас газетку почитаем свеженькую. Интересно, что на свете делается, что нам в газетке пишут. Так, строются, ревнуются. А, герой труда Сергей Александрович Прохоров. Ишь ты какой. Ну, а фельетон где? Вот те на, газеты без фельетона, читать нечего. Ну, почитаем, кто с кем разводится. Сколько их развелось-то. Гражданин с гражданкой, гражданка с гражданином. Теперь-то не то, что прежде, теперь пошли навстречу разводящимся, трудящимся. Да. Ну вот и газетка вся, читать больше нечего. Интересно, какое сегодня число? Мой день рождения. Забыл. Никто не напомнит. Ни жена, ни дети. Дети, жена. Где они все? Где дети? Где жена? Где кто? Хоть бы открыточку бы кто прислал. Телеграмку бы, дорогой папочка, поздравляем с днем рождения. Черта с два дня тебе пришло. Дети называются. Ой, зачем я их столько сотворил в свое время? Шутка ли сказать, 8 детей? Или даже 9? 9. Ни один подлец не пришлет. Вон у соседей только двое. Соседи каждый праздник торты едят. А мне хоть бы кто в день рождения подарок прислал? А разве есть такой закон, чтобы дети отцов забывали? Такого закона нет. Мне юрист говорил, я ведь могу на своих деток в суд подать. Ах, вам в день рождения подарка жалко. Вы мне всю жизнь алименты платить будете. Вот дети пошли. Ни черта неизвестно. Ни кто они, ни что они. Ни откуда они, ни... Так... А это, кто это мне подсунул? Эй, не нужны вы мне. И знать я вас не желаю, и знать я вас не хочу, и не нужны вы мне. А это что за нахальный тип такой? Глаза наглые, а? Морда какая нахальная. Это у меня от Клавы. Точно, от Клавы. Или от Шуры. Не, не от Шуры, не от Клавы, а это мне... Ой, это же я сам в 20 лет. На кого же я тут так похож-то? Только что же я точно такую же мордуленцию видел. Именно точно. Что это? Катин ребенок. Отчество по моей фамилии моя, Прохоров. Мой сын. Мой сын. Герой труда. Вот кто мне алименты платить будет. Попался, голубчик.